Выплаты ветеранам, приравненным к категории «Дети войны», в Башкортостане планируют проиндексировать в 2025 году и заложить в бюджет на будущий год уже с учетом индексации. Об этом сообщил вице-премьер министра финансов республики Лира Ихтисамова на заседании Госсобрания, где глава правительства представил отчет о деятельности за прошлый год и пятилетку. По словам Андрея Назарова, с учетом инфляции оставлять прежний размер выплат несерьезно, а для их увеличения нужны возможности. Поэтому власти сосредоточатся на том, чтобы и дети войны на себе ощутили финансовую поддержку. Если ранее мы выделяли по 1 000 рублей, то с учетом инфляционных процессов мы будем пересмотрим качественно размер соответствующей выплаты. И к следующему году мы при проектировании закона о бюджете на 2025 и плановый период 2026-2027 годов, соответственно, сразу предусмотрим данную выплату в связи с подготовкой к празднованию 80-летия со дня Великой Победы. Впервые детям войны в Башкортостане выплатили единовременное пособие по 1 000 рублей в 2021 году. На эти цели выделили 177 миллионов. В 2022 году 155, в 2023 году средства не выплачивались.